Зовут меня Денис Евгеньевич Мацеевский. Закончил я Строгановку, член Союза художников России, член Московского Союза художников. Занимаюсь живописью, афортом. Для моей тематики творческой характерен интерес к истории, религиозно-духовной теме в области изобразительного искусства и к тематике международных связей. Я обращаюсь к вневременности темы в искусстве. Мне интересен подход не традиционный, не стандартный к решению пространства. И в то же время в своем искусстве я опираюсь на достижения художественной мировой культуры и русского искусства. В последнее время пишу работы, связанные с евангельской темой. Картина «Поклонение волхвов» посвящена удивительному событию, пришествию в мир Спасителя более 2000 лет назад. Созданию этой работы предшествовал ряд эскизов, рисунков подготовительных и даже создание небольшого по формату афорта, который должен был хорошо решить всю эту композицию, которая предполагала выделение главного фигуры Христа Спасителя, младенца, который и является здесь источником света. Внимательно и тщательно изучалась историческая обстановка, ну и, конечно, надо было создать образное состояние света Вифлеемской звезды, прихода волхвов, поклониться Христу Спасителю. Исследовалась и культура Элама, Месопотамии, тех мест, из которых могли, и думаю, что именно из этих мест, и пришли волхвы к Деве Марии, Иосифу и младенцу Иисусу Христу. В целом нужно было создать довольно новую композицию, поскольку тема эта отражалась в искусстве как русском, так и западноевропейском. Задачей стало создание на основе исторического материала, на основе исторического опыта картины, уже с видением художника 21 века, но который воспринимает священную историю так, как она отражена в Библии, как она отражена в Святом Евангелии. Длительная работа предстояла с колоритом. Сначала создавался подмалевок, после чего осуществлялась первая прописка, следующая прописка для и далее уже серия лессировок для того, чтобы написать вот все драпировки, фактуры орнаментов, мерцание золотых одежд, золотых чаш. Надеюсь, что эта работа вызовет интерес зрителей.